Вы на канале «Готовим просто, вкусно, быстро». Сегодня у меня популярное в Швеции блюдо бифштекс Линдстрём. Готовится все очень просто. Получается сытно, вкусно и бюджетно. Как раз то, что нужно в наше время. Давайте готовить. Ингредиенты указаны под видео. Для его приготовления нам потребуются следующие продукты. Фарш, свекла, картофель. Я их отварила в мундире. Лук. По рецепту идут каперсы. Я взяла маринованные огурцы. Мелко порезала. Яйцо и молоко. Подготовлю все продукты. Картофель натираю на мелкой терке. Лук мелко шинкую. Отправляю его к картофелю. Перемешиваю, пока уберу. Свеклу также натираю на мелкой терке. Фарш у меня куриный. По рецепту идет фарш из свинины и говядины. Выкладываю подготовленные продукты. Картофель с луком, свеклу, огурцы, яйцо, молоко, солю, перчу. Фарш хорошо вымешиваю. Смачиваю руки водой и формую шницель. Делается он как и биточки, только большего размера. Наливаю на сковороду подсолнечное масло. Можно обжарить на сливочном. Даю ему нагреться и выкладываю бифштекс. Обжариваю с обеих сторон по 4-5 минут. Нагрев немного убавляю. Готовый бифштекс выкладываю на тарелку и подаю к столу. Подать их можно с любым овощным салатом. Каким именно, можно посмотреть на моем канале. Ссылка под видео. Как говорила выше, это очень вкусное и сытное блюдо. Кстати, такие бифштексы хороши даже в холодном виде. Попробуйте приготовить. Думаю, что вам обязательно понравится. Если вам понравился рецепт, поделитесь в соцсетях. Спасибо, что смотрите меня. Всего доброго. До свидания.